В этот день родился Иосиф Виссарионович Сталин. Нашей державе повезло. У нас не только был народ подвижник, труженик и герой, но всегда народ рождал великих гениев, полководцев и правителей. Слабые правители губили нашу державу, а сильные всегда ее возвышали. И в нашей тысячелетней истории особое место занимает советский период. Кто бы что вам ни говорил, но советская эпоха оказалась самой могучей, самой героической, победной, самой космической и самой выдающейся из всей тысячелетней истории. Нам крупно повезло после того, как Российскую империю втянули в мировую войну и ее спалили наравне еще с тремя империями. Появились Ленин и Сталин, которые создали партию нового типа, которые предложили возродить великую державу на основе объединения двух идей. Идеи русского духа и русского патриотизма и идеи советского справедливого социалистического государства. И это оказалось самым удивительным сплочением, соединением, которое позволило решить главные задачи. Сталин сумел с Лениным соединить политику военного коммунизма с новой экономической политикой и планом ГРО. Они сумели с нуля создать 5-миллионную крепкую Красную армию, которая расколотила не только Антанту, но и примкнувшую к ней белогвардейщину. Они сумели безграмотную страну в считанные годы обеспечить школами, учебниками и создать великую науку. Они сумели провести индустриализацию и культурную революцию, которая показала, что родилось новое племя, удивительный советский народ, который оказался накануне 41-го трагического, после того, как Гитлер подмял под себя всю Европу, весь ее потенциал, сумели родить то племя, которое справилось с этим самым жутким нашествием, которое было на планете. Меня поразило провидение Сталина. Сталин после смерти Ленина сумел обратиться к партии и потребовать сплоченности и единства и предложил реализовать ленинский план ГРО на основе модернизации и всеобщей грамотности самой современной науки и технологий. Сталин в 1931 году собрал здесь, в Москве, первых ударников и победителей, которые уже доказали, что мы можем быстро восстанавливать обрушенные хозяйства, создавать новейшие машины и технику, создавать целые отрасли, обратился к стране словами, что или мы в ближайшие 10 лет пройдем то, что Европа прошла за 50-100 лет, или нас сомнут. Уже Гитлеры и Муссолини появились на просторах Европы, и коричневая чума поразила практически все государства и правителей Запада. Сталин оказался не просто правителем, но и удивительным политиком, который провел блестящую тактику. Если вы посмотрите на нынешнюю действительность 20 лет, и те после октябрьские 20 лет под руководством Сталина, вы просто ахнете. Сегодня многие говорят о том, что надо соединить великую историю. Я с удовольствием за эту поправку голосовал в Конституции, когда сказали, что надо соединить тысячелетнюю историю и советскую с нынешней. Да, но не успели проголосовать, как прибежали сюда своей грязью и мерзостью Жириновщина и стали требовать раскопки всех могил, а здесь похоронены более 400 великих героев советской эпохи. Не успели сказать о том, что надо возвысить и показать подлинный советский патриотизм, который обеспечил победу, как тут же на параде заколотили мавзолей фанерками и отгородились от великой советской эпохи. Это лицемерие разрушает общество, оно раскалывает и усиливает этот раскол той же дикой несправедливой приватизации, которая продолжается и поныне. Сталин в 43-м году после победы на Орловско-Курской дуге заявил на Политбюро: «Нам досталось почти 19 миллионов детей или с одной мамой, или без призорников, по сути дела, сирот,
Мы должны срочно создать Суворовский, Нафимовский, ремесленный училище. И было немедленно принято решение, и ребята получили и мастера-наставника, и бесплатные учебники, и хорошее питание. И все стали великими созидателями и строителями. Сталину, когда Труман и Черчилль сказали, что они изготовили новое оружие, на его лице не дернулся, как потом писал Черчилль, ни один мускул. Нам показалось, что он не понял. Он все прекрасно понял. Секретные документы уже давно были приняты. Наши крупнейшие ученые, специалисты и разведка, которые вчера отметили 100 лет, занималась этой проблемой. Но для Сталина был принципиальный вопрос, сколько это будет стоить. Он тут же вызвал Курчатова и спросил, сколько это будет стоить. Он заявил, я боюсь вам об этом говорить, но похоже, что это будет стоить столько, сколько и Вторая мировая война. Нам придется создавать целые отрасли и огромные создавать институты и заводы для того, чтобы решить эту проблему. И несмотря на то, что у меня на Орловщине избитые и израненные, сегодня 800 с лишним братских могил, и мы не восстановили еще численность довоенного населения. У меня на Орловщине на коровах пахали, тогда были выделены огромные ресурсы, построено 10 атомных городов высшего класса. Сегодня Путин много говорит о новейшем оружии, но даже в новейшем оружии у нас чужие закладки, чужая электроника. Советская страна производила более четверти мировой электроники. Все величайшие открытия, каждое второе изобретение было советским. Каждый третий пассажир летал в мире на наших самолетах, Илах и Тушках. Сегодня за 30 лет сделали 2 самолета, и пока их еще не поставили на конвейер. Я бы сегодня, в день рождения Сталина, пожелал Путину внимательно прочитать его работы. Они в 13 томах были опубликованы в советское время, и 5 томов мы еще добавили. Он увидел бы, что ни одного бранного слова не сказано Сталиным в сторону Ленина и его могучей политики. Сталин даже сумел договориться накануне войны со всеми, кого расколола гражданская война. Договорился и с казаками, уже в 1935 году были восстановлены казачьи полки. Договорился и раскулаченными кулаками, которые тоже были обижены. В годы войны договорился с священниками и восстановили все, что связано с их обучением. Договорился в том числе и с теми, кто бежал за границу, сказал, двери открыты, приезжайте в нашу родную страну. Чем отличается великий и крупный правитель от слабых? Тем, что крупный правитель никогда не кивает в сторону предшественников. Он берет у предшественников все лучшее, что было в нашей великой эпохе. А у нас есть с кого брать. Вот в новом году мы отметим 800 лет Александру Невскому. 20 лет проучил шведов. 22 года научил Тевтонский орден уважать русскую правду. 25 лет приехал в Орду и договорился о том, чтобы не было очередного нашествия. Прожил всего 43 года, но стал святым и великим подвижником. Я участвовал в программе «Имя России». Тогда на первое место вышли Ленин, Сталин и Александр Невский. Я видел, как упорно власть пыталась дезавуировать общественное мнение, но посмотрел, вот как сейчас оценивают деятельность Ленина и Сталина, они по-прежнему впереди планеты всей. Сегодня сама планета требует справедливости и социализма. Что бы я на месте Сталину сказал бы сегодня нынешней власти? Я бы сказал нынешней власти, вы 20 лет страну гнете под либеральные американские реформы и потеряли целые отрасли, и 75 тысяч заводов. Кончайте ломать, начинайте строить и созидать. Я бы сказал, что ваша приватизация под руководством жулика и вора Чубайса лишила людей сбережений и многого остального. Зачем ваше правительство снова начинает распродавать то, что не продается? Недавно продали Массандру. Массандра — это наше национальное достояние.
она не продается, так как Большой театр, Лужники. Я бы сказал, что ваша гнилая элита, которая вокруг трона топчется во главе с Кудриным и Сулановым, она не способна впитать ничего лучшего из великой советской эпохи, и гнать их поскорее надо и подальше. И надо модернизировать страну на основе великолепных знаний, классной школы, современной науки и выдающихся технологий. Поэтому надо поучиться у советской эпохи и осознать, что мы проиграли холодную войну в результате предательства Горбачевых, Ельциных, Шеварнадзе, Яковлевых, всей этой своры мерзавцев, которые наплевали на общенародный референдум и право жить единой советской стране. Сегодня проигрываем войну и коронавирус. Коронавирус уже сверх Трампа в Америке, расколол Европейский Союз, и наши правители, после того, как разогнали первичную медицину и уничтожили право людей получать бесплатное образование и доступное медицинское обслуживание, вдруг увидели и почувствовали огромный испуг. Надо не пугаться, а действовать. Вот Сталин вместе с советской страной после Ленина унаследовал медицинскую систему Семашко, довел ее до совершенства. У нас в годы войны не было ни одной эпидемии. У нас доступное медицинское обслуживание было у каждого человека. Каждый ребенок получил тетрадки, бесплатное питание и имел возможность окончить школу, а не эту идиотскую удаленку, которую придумали те, кто разрушает русско-советское образование. Сегодня, в день рождения Сталина, мы еще раз заявляем, у нас есть программа возрождения социализма, у нас есть бюджет развития, у нас есть программа развития страны, которая принята на Орловском форуме после доклада Владимира Ивановича Кашина. У нас есть образование для всех, над которым трудился и Нобелевский лауреат Алферов, и Мельников, и Смолин, и Новиков, и Афонин, и Станина, и Плетнева. У нас есть реальная программа возрождения державы. Вот рядом стоит Коломейцев, который работал в свое время на Россельмаше, возглавлял крупнейшее производство. Мы втроем отстояли наше сельхозмашиностроение. Воссоздали 300 предприятий. Вот вам сегодня можем сказать, даже в условиях этого кризиса, сельхозмашиностроение в этом году прибавит 20%. Мы восстановили лучшие заводы и лучшие народные предприятия. Тем не менее, вся эта свора, вся эта сволочь ходит по-прежнему вокруг совхоза Ленина, вокруг уникального предприятия Казанкова и пытается у детей отнять то, что они давно заслужили по достоинству. Заявляем, мы не отдадим им нашу державу. Вот сегодня утром наша большая команда отправила в качестве новогоднего подарка на Донбасс 120 тысяч подарков. От Ростовской области, Северного Кавказа, Николай Васильевич отправит в ближайшие дни еще 30 тысяч подарков. Сегодня 35 тысяч. И сегодня отправим во все детские дома, ветеранам, интернаты, еще большую партию. В целом наша организация, Союз Патриотический, вместе с Женским Союзом, направит 250 тысяч подарков детям. Мы вас поздравляем с днем рождения Сталина, с наступающим Новым годом и уверены, что ленинско-сталинская модернизация и в новых условиях пробьет себе дорогу. Праздником.